Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Stick War Legacy. Ну что, как ты видишь, у нас две новые миссии, которые мы будем сегодня проходить. Ага, 269 и 270. Ну что, начнем уничтожить статую врага. Давай начнем, наверное, с невозможного уровня. Как всегда, ребят, в первую очередь я прокачиваю своих мечников. И, наверное, вот так сделаем. Остальное на наших добытчиков. Ну, буду надеяться, что все я правильно сделал. Сразу же. Так, ой-ой-ой, сколько у меня. Ой, их и так тут дофигища. Угу, они уже бегут, голодранцы. Ну, тогда мы тоже будем делать армию. И, наверное, тоже будем бежать. Тут будет, я чувствую, жестокая битва. Так, они уже понесли свои первые припасы, а мы до сих пор еще добываем. Несправедливо получается. Опа, а с какого перепуга? Зомби здесь? Так, друзья, ну вот это вот меня совсем не устраивает, что здесь еще и зомби. Нифига себе. А с какого, блин, там еще и лучники пошли. Ой, все это мне не нравится. Проверим. Знаешь, что я тебе скажу? По-моему, мы здесь терпим фиаско. Нет такого ощущения? Давай, 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 давай. Да твою налево, ну эти-то откуда взялись, прощелыги. Ты посмотри, что вытворяет. Откуда у меня столько денег-то, я не могу понять. Да ну, ребят, ну это разве нормально? Ты посмотри, зомби просто вылазит из-под земли. Нам же нужно уничтожить, да, уничтожить статую врага. И что, у меня как-то не очень с этим хорошо, ребят, все получается. Давай вот этих вот добытчиков ему уничтожим. А я буду потихоньку-потихоньку клепать армию. Просто не давая ему шанса здесь выстроиться. Фьюх. Так, ну я ему тут хорошо, если честно, звезданул. Хорошо его тут потрепал. Я ему уничтожил львиную долю добытчиков. Но вот это вот то, что зомби здесь все время воскрешаются, это, конечно, полная бредятина, ребят. То есть он мне будет с каждой волной высыпать вот это вот недоразумение зомбятинское, да? Давай, лучника, 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 завалите лучника. Ханыга несчастный, успел убежать. Я вот думаю, может быть... Блин, упал. Я вот, знаешь, что думаю? Может быть, нам призвать великана одного? Есть ли резон? Вот в чем дело. Если резона нету, то толку-то от этих лучников ноль. Блин, одного не добили. Один тут еще бегает. Вот-вот-вот, давай-давай-давай-давай-давай-давай этого. Ой, хорошо, и вот этих тоже. А чё, а смотри, 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 чё-то он там встал такой. Боится, боится идти. Отступаем. Всё-таки я решил сделать великана.
И вот сейчас я уже думаю, что, наверное, мы все-таки пойдем нападать. Я имею в виду уже окончательно нападать на их базу. В попытках ее уничтожить, наверное. А где мой великан? Он что, до сих пор еще делается? Сейчас, наверное, выйдет орда. Ну, конечно, тут орда, ребят. Такое крошево. Посмотри. Просто мутузим их. Налево и направо. Есть. Ну что же, наша армия, как всегда, непобедима. Ё-моё, мы сегодня сундук, по ходу дела, получим. Так, ребята, 269-я миссия пройдена. Переходим на 270-ю. И здесь у нас дожить до заката. Начнем, естественно, с уровня сложности невозможно. Дожить до заката. Может быть, все-таки лучше прокачать скорость нам добычи. Сделаем так и вот так. Поехали. Дожить до заката. Все зависит от того, против кого мы будем здесь бороться. Что? Что там за сообщение прибыло? Непонятно. О! Мне дали капитона и дали легендарного лучника. Это меня уже немножко начинает настораживать. Они просто так никогда не дают тебе ничего. Ядрен матрен. Погнали. Я думаю, никому не надо объяснять, зачем я так делаю. Почему я иду вперед, на опережение, так сказать. Какие-то индейцы. Опять же, начинается, да, у них с легкого, потом посерьезнее противник. И, я так понял, будет до самого конца. Так, мы прокачали. Твою, налево бегут опять, а. Я хочу великана сделать. Я хочу сделать хотя бы одного великана и... И что? Одного великана. Один в поле не воин, тем более великан у нас. Если бы он был бы вот в этой, в топовой броне, это было бы, конечно, нормуль. А так от него не особо много толка. Я вот думаю, что может быть лучников сделать. Так я же, по-моему, их не прокачивал. Ну, мне кажется, они даже не прокачанными пойдут. Давай делать тогда. Да ё-моё, ну... С одной стороны, великан очень плохо. Он когда откидывает противников, блин, они издалека начинают бомбашить. Все, все, отступаем. Ты посмотри, сколько они ставили здоровья моему великану. Я, знаешь, что думаю? Может быть, мага нам призвать? Хотя бы эти приспешники будут бегать и мешать. Ну, как вариант. Да вы... Смотри. Он опять уже армию наклепал. Да, великан. И смотри, сколько мы наносим урона. Это топовый лучник, он выносит очень много. Это топовый лучник, выносит очень много урона. Волна будет все больше, больше и больше с каждым разом, это само собой. Великана на следующей заходке, скорее всего, уничтожат. Они не дадут ему здесь хорошо, как говорится, веселиться. О, тут, по крайней мере, хотя бы мечники одни бегут. Сейчас мои лучнички его здесь на подходе начнут бомбить. Да? Получается так? Где лучники-то? Они стреляют, но они не прокачаны, поэтому... Пш, урон ничтожно малый. Я тогда еще одного... А, еще одного я не могу взять, великана.
Вот такая вот дилемма. Слушай, а солнышко еще нормально. Ну, что и требовалось доказать. Армия, скажем, разом все больше, больше и больше. На опережение пойдем. Сейчас великана как раз-то и уничтожит мне. Не успеет даже дойти. Но так и есть. Не успел просто добежать. Вот этих надо валить. Вот этих вот. Несчастных лукарей. Я уже подумываю, а нужен ли вообще нам здесь великан? Вот так вот, по большому счету. Потому что мы как бы и без великана неплохо справляемся. Идут. Я не успеваю, не успел ничего сделать, они уже бегут. Ну, погнали. Сразу же чувачка расстреляли, блин. Первый залп стрел. Его вырубили. Так, наверное, это последняя волна, скорее всего. Я надеюсь на это. Нет, это еще не последняя. Последняя, видимо, будет сейчас. Последняя, видимо, будет сейчас. И что-то мне подсказывает, а, наверное, будет великан. Такие отдуплились. Хотя солнце я уже не вижу, ребят. Что там написано? Барон Блуд кровавых клинков, короче, идет. Барон на нас. Погнали. Да, его сразу же вырубили. Само собой, должны армию. Просто. Да, мы здесь возьмем. Просто своим преимуществом. Ну, там уже маги подключились. Ну что, ребята, по-моему, все. Хе-хей. Конечно же. Победа за нами. По-другому и быть не могло. И, кстати, мы зарабатываем сундучок. Ну что, друзья, 270-я миссия у нас пройдена, и я пошел открою сундук. Сундучок. Блин, я не знаю уже, ребята, сколько пытаюсь получить новую шмотку из сундука, и все это бесполезно. Ну не везет мне почему-то, не везет. Ну как и в этот раз, как и в этот раз. Никакой, друзья мои, удачи здесь мне не видать. Ну что же, вот так вот две миссии мы прошли на уровне сложности невозможно. На этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.